Многие блогеры говорят, что тиктокеры не умеют петь. Я с этим полностью не согласен. Ведь в моем плейлисте очень много песен известных тиктокеров. Друзья, в этом видео мы посмотрим, как известные тиктокеры поют вживую. А перед началом просмотра ролика не забывайте, пожалуйста, оценить это видео лайком. И если вы еще не подписаны, то подпишитесь на этот канал. А мы начинаем. Хочется начать с замечательной певицы, которую открыл рэпер Текила. Это Мия Бойко. Мию Бойко очень часто обвиняют в том, что она косплеит из группы Френдзона девушку под никнеймом Maybe Baby. Но я с этим полностью не согласен. У Мии Бойко свой оригинальный фирменный стиль. Давайте теперь послушаем, как Мия Бойко поет вживую. Поиграю в прятки, цуев, а ты ищешь. Прячу свое сердце, больше не обидишь. Бегу без оглядки, твои лайки пресны. Знаешь, с тобой мне уже не интересно. Прятки, прятки, цуев, а ты ищешь. Прятки, вряд ли, вряд ли. Больше не обидишь. Прятки, прятки, твои лайки пресны. Знаешь, с тобой мне уже не интересно. Артур Бабич — самый обычный парень, который приехал покорять столицу из обычного поселка. Артура Бабича часто шиперят вместе с Аней Покров, но они так точно до сих пор в своих отношениях и не признались. Многие говорят, что Артур не умеет петь, но как по мне, у него очень неплохо получается. Друзья, давайте послушаем, как поет Артур Бабич вживую. Денег тоже нет, но зато мне мало лет. Вместо рюкзака пакет и девчонки тоже нет. Очень талантливая и очень трудоспособная девушка, которую зовут Валя Карнаухова, производит настолько много контента, что за ней прям тяжело успевать. Она и тикток свой ведет, и в сериале снимается, и клипы снимает, и принимает участие в съемках, в клипах у других артистов. Эта девушка, она просто невероятно трудоспособная. Давайте теперь послушаем, как Валя Карнавал поет вживую. Насчет того, как поет Даня Милохин вживую, в интернете было очень тяжело найти, но я нашел вот небольшой фрагмент. Даня Милохин — очень музыкальный тиктокер. Он уже успел записать фит вместе с Басковым, Тимати и Джиганом. А песня Дани Милохина «Love» постоянно стоит у меня на репите. Даня действительно очень талантливый парень, который умеет петь. Но, к сожалению, я нашел всего один маленький небольшой фрагмент, как поет Даня Милохин. Золотые цепи, угадай, где я, не дома, бэйби. Мой бокале смузи, мы на трек-ходе. Амину Тендерлибае очень в комментариях расхвалили после ее выступления в парке Горьком. Многие подписчики отметили то, что Амина очень хорошо поет. Друзья, а давайте теперь послушаем, как Амина Тендерлибае поет вживую. Егор Шип — невероятно талантливый и трудоспособный парень, который постоянно хочет радовать нас своим контентом. Честно говоря, друзья, я так и не знаю, занимался ли Егор Шип где-то уроками вокала. Но как по мне, у него петь получается довольно-таки неплохо. Предлагаю вам оценить, как Егор Шип поет вживую с выступления на его же собственном концерте. Друзья, а вот как поет одна из самых популярных блогерш в Инстаграме и в ТикТоке. Кстати, совсем недавно Карина Кросс вместе с Артуром Бабичем запустили крутое YouTube-шоу, которое набирает миллионы просмотров. Но как по мне, Карина и в музыке довольно-таки неплохо преуспела. Давайте послушаем, как Карина Кросс поет вживую. Ты мне не друг, не враг, ты мне не друг, не враг, но я ношу твою футболку просто так. А вот бывшую девушку Дани Милохина, Юлю Гаврилину, часто обвиняют в том, что у нее очень грубый голос. И многие подписчики ей категорически не советуют петь. Юля даже сама не раз подмечала то, что у нее грубый голос. Но, друзья, как мы уже с вами прекрасно знаем, в пении голос только раскрывается.
Давайте послушаем, как Юля Гаврилина поет вживую. Друзья, а на этом все. Спасибо вам за просмотр. Обязательно ставьте свои лайки. Не забывайте подписываться на канал. Я был рад вас всех видеть. Еще раз спасибо за просмотр. Всем пока.